Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мне пришла посылка, и, собственно, давайте-ка посмотрим, что там такое лежит. Посылку я ждал, ну, можно сказать, уже давно. Шла она мне что-то как-то с каким-то опозданием, но все-таки я дождался. Долго почему-то мне ее не отправляли с сайта, и она очень... Меня интересовало, заказывал есть моры, штучки 3, как я помню. Что я не мастер открывания, но как-то неудобно. На камере, наверное, не видно. Или все-таки будет что-то видно. Так. Примерно как-то это вот так вот все выглядит. Сейчас мы все тут распакуем. Почта России доставляет долго. Раза три я ходил на почту, потому что очень как-то картоночка обычная. Мора 2000 написано. О как. Или, да, Мора Магавкин 2000. Интересно, интересно, почему именно эта коробка, хотя есть Мора 2000 есть. Собственно, бумажка это мне. Данный чек. И, что самое интересное, это уже, собственно, сертификаты. Два сертификата. Один вроде бы на 2000-ю мору, а второй на мору компаньон вроде бы. Очень хорошо. Я, собственно, доволен. Так, бумажки все отбросим и давайте-ка уже приступим. Приступим к самому интересному. Ух ты, ё-моё. Как мы видим, все видно. Вот как-то так у нас представляет. Компаньон Мора у нас из нержавейки. Из нержавейки. Made in Швед. Да. Ух ты, как плотно сидела. Сидела она плотно. Как мы видим. Здесь написано, что она мора. Даже камера моя видна. Ручка такая обрезиненная. Ух ты, я даже не думал, что она настолько будет приятная на ощупь. Но мора, компаньон. Застойка, это пятнышко. Пятнышко какое-то это. Какая-то грязь, что ли? Хотя нет, это, наверное, что-то странное было, непонятное. И, собственно, вот такие вот ножны. Ножны обычные, пластиковые. Нож входит плотно. И, собственно, потом запилю для него отдельный ролик. Следующий представитель из семейства Мор. Что-то я неправильно, конечно, начал. Это Мора... Крафтлайн, как я помню. Да, она у нас. И у нас что, она из нержавейки, что ли? Наверное, скорее всего, она у нас из углеродки. Да, это углеродочка у нас. Посмотрим, посмотрим. Вот у нас, как здесь написано, Carbon Steel. Что, собственно... И является углеродкой. Купил этот нож, во-первых, потому что он на этом сайте стоил дешево, в районе 300 рублей, даже там 200 чем-то. Да, это углеродка такая, но сделано добротно. Добротно сделано, как мне кажется, очень такой маленький ножик. И буду я его использовать по хардкору, как говорится, не жалея ничего. Такие же обычные ножны, ничего, собственно, из себя не представляющие. И третий представитель семейства Мор. Ох ты, ё-моё. Да, это Мора 2000. 2000 Мора. Ух ты. Такой вот кожаный такой ремешочек. Или это не кожа. Ну, короче, такой он мягкий, можно сказать. Как-то вот так оно выглядит. И давайте-ка достанем. Ух ты, ё-моё, как на нём сидит. Ох ты, ё-моё.
Хорошо, хорошо. Ручка такая обрезиненная, приятная. Да, ножны у нас обычные, но чтобы меня радовала вот эта вот штучка такая, она может, собственно, и гнуться, но хотя я, в принципе, не помню, чтобы она была такая. Очень будет она удобно сидеть на ремне там. И вот, для чего, собственно, все это я заказывал. Это Мора 2000. Давно мечтал о данном ноже. Как я понимаю, хотя, как мне кажется, она немножко узковата. Я привык немножко, чтобы рукоять была поплотнее такая, побольше. А здесь она просто как бы вытянута, как мне кажется. Так, лезвие у нас ровное. Ну, не знаю, не знаю. Как вы видите, да, здесь спуски у нас разные. С одной стороны, прям так сделано, а с другой поменьше. Или это подвод даже. Нет, здесь без подвода. Здесь просто у нас сделаны спуски. Это все у нас нержавейка. Посмотрим, острый он или нет. Вот что интересно. Возьму какой-нибудь обычный такой листочек, который мне первый попался под руку. И давайте-ка струганем. Струганем. Опа! Интересно. Не понял. Да. Может быть, он, конечно, чуть туповат. Может, у меня руки не с того места растут. Давайте посмотрим в таком более плотном листе. Конечно, ну, что-то он, конечно, режет. Конечно, нужно подвести его будет немножечко. Довести на пасте. Но это все потом. Вот такой вот небольшой у меня обзор посылок моих был. Надеюсь, вам понравилось данное видео, потому что видео, правда, такое сумбурное, не хотел как бы снимать, но может кому было интересно, что все-таки я, собственно, заказал. Ну, вот такая вот картина вам напоследок. Ну, дорогие друзья, всем пока. Продолжать мой канал, как бы, да, буду выкладывать видео о данных ножах, собственно. Все, всем пока.